Да, привет, меня зовут Холк, я работаю в журнале «Хулиган» с самого начала. До этого я работал в журнале «Хакер», делал серию спецвыпусков вместе с Серегой Покровским, с Ядовитым, с Путером. Вот. А потом как-то мы сидели, там было собрание топ-менеджеров, каких-то важных чуваков, и мы сидели, разговаривали, они говорят: «Холодильник, а что ты будешь делать, когда у тебя тема для спецвыпусков «Хакера» кончится?» Я говорю: «Ну вообще они, скорее всего, не кончатся никогда. Но, наверное, если вдруг так, то мы сделаем такой особенный журнал, который будет обо всем, кроме компьютеров. Он будет не тематический, не на одну тему, а там с кучей рубрик, с девчонками, с какими-нибудь там, с машинами, спорт, чтобы был, субкультурные какие-то движухи. Вот. И еще не знаю даже, как его назовем. Они говорят: «Слушай, а что тогда ждать, когда тема кончится? Давай тогда делай журнал прямо сейчас, и будет круто». Вот. И как-то так мы нашли время, нашли возможности, подготовили команду журнала «Хакер Спец» к автономной работе, и я вот перешел полностью на проект «Хулиган». За несколько месяцев мы подготовили первый номер журнала и запустили. Вот теперь вы его читаете, черт возьми, каждый месяц. Все. Да, отлично, великолепно. Уважаемый Сергей, расскажите, пожалуйста, как это работает в соседней комнате рядом с редакцией журнала «Хулиган»? С кем, с кем? Рядом с редакцией, вот, да, вот журнал «Хулиган». Абсолютные редакция. Подонки, негодяи. Невозможно выйти вообще в коридор. Мало того, что они дышат нашим воздухом, постоянно открывают дверь, засовывают свои носы и выдыхают воздух из нашей комнаты. Кондиционер не справляется, именно потому что хулиганы выдыхивают весь наш воздух. Плюс, включают отвратительную музыку. Правильные люди слушают вот такую музыку. А вот когда идут там: «Я тебя через пень-колоду 30 раз имел, а ты меня кинула», там что-нибудь такое. Вот впечатление о работе с хулиганами. Короче, как, вот мы уже думали, у нас два варианта. Либо хулиганы покончат жизнь суицидом, либо придется вызывать команду из железной лаборатории. Угу. Сергей, а вы как считаете, их в приличные дома пускать можно? В приличные дома? Я думаю, только в приличные можно пускать. В неприличных они же совсем распустятся. Спасибо. Привет, дорогой Дима Маликов. Если ты еще не знаешь, что меня зовут... Чувак, я долгое время работал в экономической прессе, а потом перешел в журнал «Хулиган». А сейчас я занимаюсь редактурой статей, работаю с авторами, а также шучу различные шутки для усиления редакции. Правда, многие считают, что мои шутки не смешные и старые, поэтому... Да ладно, что он скромничает? Он до этого в кредитном отделе одного банка работал, а потом в журнале «Свой бизнес». А когда на журнал «Свой бизнес» ушел, там все у них рухнуло нафиг. Они теперь серьезный деловой журнал. А Захар свои шутки шутит. Чего? В туалете. Что там? Это то же самое, что и, знаешь, когда... Короче, когда ходишь по одних и тех же ботинках и носках примерно неделю, и носки обязательно должны быть шерстяные. Да, тогда приходит понимание. Да. Потом, когда ты вот так вот между пальцами пальчик проводишь, а у тебя такая черная здесь хуйня остается. Катушки. Я знаю, катушки, да. Катушки могут много оттуда оставаться. Если долго тереть вот так вот руку об ладонь, то это может продемонстрировать много руки. Вот. Нет, сегодня нет. А вообще иногда бывает, когда грязная рука.